Наверное, многие из вас уже знают о том, что в обновлении в этом домике добавили подвал, секретный подвал, в который можно зайти либо отсюда вот изнутри, постреляв в пол, либо отсюда с улицы, тоже можно пострелять, либо разбить сковородкой, ломиком, чем угодно. И мы попадаем в такой вот подвал. В этом подвале вот есть карты Ирангеля на стене висят. Дальше здесь стоят всякие радиоприемники, ну, в общем, куча барахла. И здесь еще есть какая-то комната, где тоже всякого всего навалено. И самое интересное у нас здесь. В главной комнате висит огромная карта Ирангеля. И какие-то места обведены кружками. Сначала я думал, что кружками обведены места, где есть какие-то тоже секретные места, типа подвалов. И я первым делом попер в желтые домики, которые сейчас голубые, возле левого моста. И вот здесь оказался тоже еще один подвал. Тут находится абсолютно такой же домик, как и прошлый. Здесь находится такой же домик с таким же подвалом. Я подумал, что подвал есть теперь во всех таких домиках подобных. Дальше я полетел искать такой же домик и подвал ближе к камушкам. Сначала начал искать в камушках, но в камушках подвала никакого не оказалось. Потом я понял, что я ищу немножко не там. В итоге я поднялся ближе к горе и нашел такой же домик, которого, кстати, там вроде бы и не было. Но здесь подвала не оказалось. То есть не все такие домики имеют под собой подвал. В итоге я дальше по обведенным местам пролетал где угодно, как угодно. И нет никаких больше подвалов, нет даже таких домиков подобных. И что тут находится, где искать, я точно, короче, и не знаю. Но то, что в первом обведенном круге, куда я решил двинуться, я нашел сразу подвал, это, конечно, было прикольно. Я думал, найду что-нибудь еще в других обведенных местах. Кстати, еще в подвале есть несколько фотографий некоторых мест. Я, допустим, решил отправиться вот в это место, где какие-то цифры, знак вопроса. И я уже поиграл, конечно же, на этой карте. Это на Милта Пауэр, в измененном здании Милта Пауэр. И здесь, как видим, нет ничего интересного. Здесь просто обычные кнопочки, циферки, крутелки, с которыми точно взаимодействовать никак нельзя. Ну и здесь, где знак вопроса, откуда идет, тоже здесь ничего интересного нет. В общем, ну такое вот небольшое видео. Два подвала на всю карту. Не знаю, если вы найдете еще где-то, то напишите в комментариях, где именно находится третий, четвертый и так далее подвал. Я нашел только два. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.